Эффективность государственной поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили на еженедельном совещании правительства республики. По данным Минэкономразвития, на территории Чувашии осуществляют деятельность около 47 тысяч субъектов. В текущем году, по прогнозам, их станет больше еще на 2%. В республике созданы объекты инфраструктуры, призванные помочь бизнесу во всех секторах экономики. Услугами инновационной инфраструктуры в 2017 году воспользовалось более 1200 предпринимателей. Еще 108 предприятий прибегли к помощи региональных центра инжиниринга. По итогам реализации программ уже вложены инвестиции в размере 464 миллиона рублей. Центр сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской республики в 2017 году провел более 1400 испытаний, что позволило предприятиям наладить поставки в РЖД, Россети, АО «КамАЗ» и не только. Проведены испытания по техническому заданию зарубежного генерального подрядчика строительства АЭС в Индии. Создан Центр молодежного национального творчества. У нас на сегодня их 4 действия. 2 в Чебоксарах, 1 в Шумерле и 1 в Мариинском Посаде. Тоже в том числе с помощью, ну, вернее, при поддержке Центра молодежного творчества наши студенты, молодые люди сегодня разрабатывают ряд проектов, ну, в том числе вот автоматический коммутатор нагрузки, который победил во всероссийском конкурсе в Сколково. В индустриальном парке города Чебоксары уже открыты первые производственные площадки. Планируется запуск еще 3 производств. Процентные ставки по микрозаймам для бизнеса снизились вдвое. В настоящее время с агентством заключено 513 договоров на сумму почти 585 миллионов рублей.